Индексация размеров отдельных видов мер социальной поддержки, помощи и иных выплат будет произведена в Югре с 1 января 2020 года. Такое решение приняли на заседании правительства Югры. На 3,8% будет проиндексировано 10 видов ежемесячных мер соцподдержки. Это коснется некоторых категорий граждан. Численность получателей поддержки составляет почти 150 тысяч человек. Также на заседании обсудили вопрос изменения размера ежемесячной выплаты на проезд в общественном транспорте детям-сиротам-школьникам. Теперь эта сумма будет составлять 1300 рублей, прежде 825 рублей. С 1 января 2020 года предусмотрена выплата на проезд детям из многодетных семей дошколятам в размере 592 рубля, а ребятам, обучающимся в образовательных организациях, в том числе и высшего профессионального и среднего профессионального образования, в размере 1300 рублей.